И мне кто-то помогает. Кто же мне... А, это зеленая команда помогает. Во, вот это да. Они до сих пор живут. Эй, вы на канале Джоза Плей, и сегодня мы с вами поиграем в Doom Spray. Это такая мини-игра, где нужно уничтожать 3 вражеские базы, а я появился вот за желтую. За желтую команду, и теперь мы с ребятками попытаемся уничтожить вражеские базы. Смотрите, уже красную почти что разломали, а игра только началась. Ничего себе, ну давайте начнем тогда с зеленой базы. Нет, наверное, в самом начале лучше бежать. Так, давайте будем закидывать тут вначале рогаточкой, чтобы мечом нас тут не уничтожали. Так, отойдет меня. Тихо, ой, я упал, блин. Я хотел пробежать на базу вражескую и уничтожить их минами. У меня есть вот такие бомбочки, мы можем прийти к ним на базу и закидать их бомбочками. Ничего себе, у них там уничтожение происходит. Вот это да, вот это жесть. Ой, тихо, отстань от меня, отстань. Ой, а я думал, я его взорвал. Оказывается, нет, оказывается, он. Он взял ракетницу и начал разрушать. Так, мне нужны вот эти бомбочки. Мы тут будем все изнутри уничтожать. Так, давай закидываем сюда тоже бомбочку. Ой-ой-ой, отстаньте от меня, отстаньте. Отстаньте, я хочу бомбочки закидывать. Тихо. Отстань. Бам! Вот это да, я их просто с ракетницы уничтожил. И все стало четко сразу. Так, давайте сюда тоже мы мину поставим. И сюда из ракетницы по краям будем стрелять. Ой, это ты кто такой? Ты кто такой? Отстань от меня. Бам! О, а че? Почему ты не надамажился? Я же тебя бил. Ой, он меня уничтожил. Хорошо, так как... В каком состоянии наша база? Блин, тут поставили какой-то кубик сверху и не дают мне пройти. Жесть, смотрите, там синюю команду просто уничтожили в пух и прах. Ой, а почему ты меня уничтожил? Я же тоже был с мечом в руке. Так, слушай, ты отстань от меня, ладно? От нашей базы тоже отстань, хорошо? Вот так вот, все, не ломай нашу базу. Во, все, прогоняем их с нашей точки. Давайте будем тогда синюю базу добивать. Постреляем в нее с ракетницы, поломаем ее. Так, ну-ка. Давай взрывай. Блин, стеночки не ломаются. Че такое? Давай стреляй сюда, еще нужна ракетка. Так, ко мне никто не подходит. Никто не подходит, замечательно. Там вот этот стоит и обстреливает в наглую. Нужно в него тоже с ракетницы, прям в него попасть. Бам, видели? Просто прямое попадание в него. Вот это замечательно. Так, вот эти опоры тоже нужно сломать, и все. И все на этом, давай, еще один выстрел, это выбиваем. Оу, в меня тоже попали с ракетницы, вот это было больно. Ладно, дубль 2. Ой, нашу базу ломают жестко. Жестко вообще ломают. Так, слушай, не стреляй-ка по нашей базе. А, хорошо. Блин, я думаю, это союзник, оказывается, нет. А в моей команде всего лишь 2 человека. Чё так жестко-то? Почему? Я думал, у нас будет больше людей. Но на самом деле нет. Давайте, нужно сломать эти опоры. Почему они не ломаются никак? Он еще и строить умудряется. Ничего себе. Так, сюда мы тоже жбахнем. Вот так вот, классно. И вот сюда мы положим мину. О, ничего себе поставил, смотрите как. Вот, и вот эту тоже часть опоры мы тоже должны сломать. Все, сейчас эта штука должна рухнуть. Нет, не рухнула. Ее, смотрите, какая-то маленькая штучка держит. Ой, блин, смотрите, я вроде бы уже нормально так мин накидал, а она до сих пор стоит. По-моему, нужно вот эти части ломать. Почему-то эти части не ломаются, никто их не ломал. Их нужно выбить отсюда, куда подальше, чтобы они вылетели отсюда. О, вот так вот, все, я сломал платформу у синей команды. Ой, было жестко. Нужно дальше продолжать ломать, потому что синие до сих пор живут почему-то, хотя я у них даже платформу сломал. Но они отсюда выбраться-то никуда не могут. Все, еще вот эту бомбочку ставим, нормально. И вот эту стену мы выбиваем, бам, жесть. Вот это жесть, еще одну бомбу сюда ставим. И мне кто-то помогает. Кто же мне... А, это зеленая команда помогает. Во, вот это да. Они до сих пор живут. Вот живучая синяя команда.
Ладно, мы продолжим ломать. Может, вот эти платформы нужно сломать, и тогда они точно провалятся под землю. Давай, вот, да как так, почему? До сих пор, смотри, до сих пор живут. О, все, мы платформу сломали, и синяя команда полетела в бездну. Она до сих пор живет, смотрите, у них башня до сих пор существует. Ничего себе, ничего себе. О, все, все, наконец-то мы уничтожили синюю команду. Блин, и нашу команду тоже размочили почти что, пока я там охотился. Ой, а как мне теперь подниматься? Может быть, нужно постройку поставить какую-нибудь? Ну, я же хотел оборону поставить, а меня разломали. Нужно делать укрепления, срочно какие-то укрепления строим. Давай еще укрепления. Почему я не могу построить никакие укрепления для нашей базы? Нужно срочно, срочно исправлять положение. А, нет, прям по лестнице попал и половину здания отсек. Ничего себе. Так, кто это стреляет? Ты что ли стреляешь по нашей базе? Ну-ка, отстань. Ой, я не попал по нему. Нужно прямо в него зарядить, чтобы... О, попал, наконец-то. А то... О, не-не-не, наша база ломается. Мы живем? Нет, мы не живем, ребята, мы уже не живем. Блин, а так хорошо все начиналось. Ну ладно, мы сейчас еще раз заходим. Еще раз сходим и попробуем победить их наверняка. Смотрите, осталась красная и зеленая команда. Ну все, ребята, попытка номер 2, мы перезашли. Интересно, какая здесь обстановка. Теперь я уже за красную команду. Красный цвет мне больше здесь нравится. Смотрите, он какой насыщенный. Почему-то я сам в самом низу появился. Так, дайте мне подняться. Я вижу, нас уже ломают. Эй, подожди, подожди, да дайте мне подняться. Во, все, я поднялся. О, здесь сражение только началось. Замечательно, значит, у нас есть все шансы. Так, ты что, баррикады тут строишь? Ну-ка. Он в меня с ракетницы хочет выстрелить? Не, не попадешь, не попадешь по мне. Я буду уничтожать вашу базу изнутри. Все, закидываем так. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди. Подожди. Мне надо тебя закинуть шариками. Так не... Он все-таки успел попасть. Ничего себе, наша база уже дырявая. Блин, а лестницы никакой нету наверх. Вот так вот мы сможем подняться? Да, вот так мы поднялись наверх. И давайте разобьем эту зеленую базу в пух и прах. Параллельно нужно стрелять по синей, потому что, смотрите, в синей команде очень много людей. 3 человека, да? Ну и в нашей команде тоже 3 человека. Давайте и синюю, и зеленую будем разбивать. Вот так вот, классно. Все, уничтожаем этих ребят, мы тоже взорвем. Давай, что ты стоишь? Ой, не-не-не-не, не подходи ко мне, воин-самурай. Нет, он меня уничтожил. Ладно, мы с вами продолжаем путь. Так, здесь мы баррикаду построим. Так, ты чё это здесь хочешь? Вот, взорвали. А, нет, мы не его взорвали. Жестко. Из рогатки я хотел. Блин, рогатка слишком мало урон наносит. Поэтому нужно что-то посерьезнее, посерьезнее. Вот, например, ракетницы, да? Бам! О, нет. Все равно мало урон, но по нему кто-то попал. Все, замечательно. Тогда мы бежим. Бежим, 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 быстрее будем уничтожать вражескую базу. Здесь мы тоже все поломаем, чтобы здесь они не поднимались наверх. Ставим здесь мины, все взрываем, уничтожаем. Давай, девочка, мы с тобой все уничтожим. Скидываем эти балки отсюда, чтобы они ничего не держали. Здесь тоже все подрываем, подрываем все, что можно только подорвать. Так, ты же мой союзник. А нет, ты не мой союзник, уходи тогда. Все, я думал, ты за меня, а оказывается, нет, ладно. Здесь мы тоже все подрываем. Быстренько, быстренько лестницу тоже сломаем, чтобы здесь не лазили всякие. Что здесь еще держит? Вот, вот, эта штучка держит платформу, продолжает держать. И здесь тоже мы это все скидываем, скидываем отсюда. Блин, не скидывается. Ой, вместе со мной все скинулось. Ладно, зато я у них... Сильно-сильно все продамажил. Я нанес им непоправимый урон. Здесь мы немножечко построим. Я могу забраться наверх? Блин, не могу забраться. Мне все лесенки сломали. Да что ж ты будешь делать-то такое? Здесь мы построим. Оп-оп-оп. Все, мы забрались. Так, здесь еще ходит один. Из зеленой команды, да? О, не-не-не, нет. У меня тоже есть ракетница, знаешь? Бам, о, вот так вот. Надо зеленую команду тоже разбомбить, а то они что-то вообще распоясались. Так, не подходите ко мне, не подходите. Да блин, почему у них такой урон большой?
Это очень интересно. Как они так много урона наносят? Ну-ка иди сюда. Слушай, негодник, получи. Давайте, ребята, прогоним его. Прогоним, все, прогнали, классно. Теперь вот этого еще нужно. Давай, 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 закидывай, закидывай рогатками, закидываем, закидываем у него чуть-чуть здоровья. О, кто-то в меня попал с ракетницы. Да что такое? О, лесенка. А нет, это же лесенка не наверх. Мне еще нужно одну постройку сделать, чтобы наверх подняться. Так, строим сюда. Поднимаемся и режем его, режем, режем, режем. Все. Найс, найс. Смотрите, эти на одной платформе вообще стоят. Нужно выбить им эту платформу. А нет, еще одна. Давай, 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 давай. Откатывайся, ракетка. Все, смотрите, мы половину здания разбили. Еще, еще, еще одну платформу. Они на одной палочке держатся. Давайте, ребята, сломаем. Во, клево, клево. Все, мы им половину разломали. Ну, не половину, а верхушку. Прям верхушку мы им разбили. Замечательно. А зеленая команда, смотрите, она прям вообще живучая. Так, вот этих ребят надо с рогатки уничтожить. Зеленая команда очень сильная оказалась. Давай, закидываем, закидываем. Все, клево. Теперь быстренько здесь наводим беспредел. Беспредел наводим. Давайте уничтожаем эту зеленую команду. А то они прям какие-то сильные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прямое попадание с ракеты. Это было жестко. Очень жестко. Так, давайте мы сюда баррикаду построим, чтобы не нападали на нас. Закидывайте рогатками, ребята. Закидываем, закидываем, закидываем. Давай. И выстрел с ракетницы. Прямое попадание. Почти что было. Так. Нужно срочно спуститься сюда и поломать у них здесь все, что есть. Ракетница, помоги мне. Здесь лесенку им тоже надо сломать, чтобы у них жизнь сладко не казалась. Так, уйди от меня. Ай-яй-яй-яй-яй. И здесь тоже, ладно, будем ломать все, что видим. Ломаем, ребята, ломаем, ломаем, ломаем. Я хочу уничтожить эту зеленую базу, потому что они слишком сильные какие-то. Ломаем все, что видим. Так, подождите. У меня гости, ребята, гости, гости, гости. Так, мне не нужны эти гости. Ломаем, давайте, закидываем все. Закидывай бомбочки. Уйди от меня, уйди, 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 уйди. Давай, ракетница в него пошла. Хорошо, и он в меня тоже ракетницу кинул. Нет, я упал с их базы. А у нас, смотрите, у нас вообще мало осталось. Мало чего полезного. И мы не можем отсюда выбраться. Так, ты что здесь делаешь, алло? Все, прогоняйте чужаков. И что у нас остается? У нас остается только издалека вот так вот ломать ракетницы. Ничего себе, вы что такие? Они тоже издалека стоят и стреляют в нас. Может быть, мы будем вот так вот вниз стрелять? По его макушке прям зарядили. Вот это крутяк, давайте. Нужно что-то разломать у них. У них база-то держится, но вообще на сопельках. Я им, смотрите, я им лесенки сломал, а они оттуда выбраться больше не могут. Давай, о, девочка каким-то образом, каким-то магическим образом забралась наверх. Как она это сделала, никто не знает. Я тоже хочу забраться наверх. Не-не-не-не-не. У нас вообще конструкция шаткая. О, нет. И зеленую тоже развалили. Стоп, стоп, я где-то заспавнился. Нет, смотрите, все, это конец или нет? Мы еще живем, ребята. У нас есть шанс, нам нужно вот этих зеленых ребяток разбить. Мы вообще на малютке. Нет, все, я думал, мы остались жить на малютке, но нет. Нам сломали последний чекпоинт, и мы падаем вниз. Смотрите, что осталось от этой карты. Почти что ничего. И по мне попали? Ты как так сделал? Ну что ж, ребята, если вам нравится этот режим, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если не подписались. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, ребята.